Борис Константинович Осиненко с 39-го года рождения. Родом он из Казахстана. Несколько лет назад, будучи уже пенсионером, волею судьбы, оказался здесь, в наших краях. Его любовью и увлечением стало огородничество. Любовь, она, видимо, с детства у меня. С детства. Я любил все. Вот я природу любил. Я помню, вот маленьким был, я держал кроликов, я держал голубей. Для меня было интересно, как это появляется, вот это яблоко, например. Вот откуда семечко бросил, выросло такое дерево. Любовь к природе сопутствовала Борису Константиновичу всегда. Даже тогда, когда он вместе с комсомольцами отправился на стройку 20 века БАМ. Все ехали, я захотел просто что-то сделать полезное для страны. Вот и поехали. Собрались мы бригадой полностью и уехали туда, строили теплотрассы, водопроводы, канализацию строили. Станция как бы немножко на возвышенности, а внизу поляна. И там медведь ходил с медвежонком. И мы так все хотели подойти, но побоялись, потому что он там с медвежонком. Яга как раз в то время малина спела, и он там ходил этот... видимо, медведь с детем со своей. Вот теперь на своем участке, кроме помидоров, огурцов и всякой другой зелени, натуральных витаминов, Борис Константинович выращивает и малину. Угощает этими лакомствами соседей, знакомых. То, что я выращиваю, это без всякой химии. Это все натуральное. Понимаете, я когда кому-то даю, я всегда говорю, самый лучший продукт. Можете спокойно кушать, хоть ребенку давать. Хоть сами кушайте. Никакой тут химии абсолютно. Борису Константиновичу сейчас 76 лет. Несмотря на года, он работает на участке с утра до вечера. Без устали ухаживает за своими растениями. Его трудолюбию, интересу к земле можно только позавидовать. Только труд и интерес к труду. Интерес к труду. Вот если человек работает, какую-то работу делает, и он получает интересно ему, и он заражен как бы этим, вот это и здоровье. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.